буйная. Я заперла свою лирическую героиню в кладовку, чтобы она не кидалась в людей своими историями и не распугивала прохожих, проходящих мимо дома. Совсем одичала без общения с другими. Молодая, дерзкая, гнет правду матку, как будто она кому-нибудь интересна или нужна. Я ее урезониваю, говорю, ты же литературный персонаж. Зачем тебе правда? Живи себе в мире фантазий, гоняй свои сиреневые туманы. А если надоест, то можно сменить цвет и ориентацию. Нет, отвечает, и рвется, рвется, как бы не вырвалась снова. Вы уж того, если встретите ее где, то сообщите адрес. Буйная.